Добрый день. Идем на спектакль. Как называется? Буратино. Буратино? Буратино и все. Давайте, я все сделаю. Это расскажет, что сегодня будет, куда мы пришли. А, это видео. Ага. Сегодня спектакль называется «Буратино» по детской сказке. Сегодня моя дочь играет в нем роль Мальвины. Она будет у нас сегодня примой. Ну, поэтому мы собрали, пригласили всех друзей, родственников. У нас будет огромная компания, мы занимаем ползала. Ага. Мы все будем ей любоваться, восхищаться. И подарим ей цветы. И ты вот так оделась, ты специально вот это, чтобы... Я мама, главная актриса. Ты... Театр начинается с вешалки. Посмотрите, кто пришел. Чита Бериюлиных посетила театр. Театралы, да. А куда вы пришли, на какую постановку? Ни одну премьеру не пропускаем. Буратино, Золушка, нет? Очень важное мероприятие. Что ты умеешь делать? Ну-ка, и раз, и два, трое. Просто нашел учитель. Представление продолжается. Эй, старики молодые. Артемон, перестаньте выть. Когда вы, наконец, научитесь изящно выражать свои мысли, вам не рычите, Артемон. Нина, тебе как вообще? Я в восторге. Дети большие молодцы. Дядя, сейчас птичка вылетит. Смотрите, взяли ребенка себе в семью. Вот. Как вы оцениваете? Помаши ручкой, дядя. Вот. Привет!